феноменальной мощности и скорости. Абсолютная новинка, престиж, не чуждые эксперименты. Такого дизайна больше не существует. Мебель для тех, кто даже во сне жмет на газ. Мы познакомим вас с миром Bentley. Всем привет, с вами Ева. Для тех, кто не перестает давить на педаль газа и даже сидя в кресле мечтает о крутых виражах, автомобильные компании стали выпускать свои коллекции для дома. Мебель, офисы, кухни и даже ванные комнаты. Свои мебельные коллекции представляют такие бренды, как Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz и многие другие. Безусловно, каждая компания старается наделить свою мебельную коллекцию собственной концепцией и идеей. Привлекаются многие известные дизайнеры к сотрудничеству, а к созданию тумбы или пуфика подходят с тем же азартом и вниманием, что и к созданию нового концепт-кара. И сегодня мы познакомим вас с миром Bentley. Долгая история бренда Bentley берет свое начало в далеком 1919 году, когда основатель Уолтер Оуэн Bentley создал свой первый прототип лондонской конюшни. Именно этот первый автомобиль положил начало веку феноменальной мощности и скорости, а также изменил лицо всего автомобилестроения. В этом же году была официально создана компания Bentley Motors. Среди людей, оказавших колоссальное влияние на развитие бренда, стоит упомянуть финансиста и предпринимателя братьев Барната, а также сэра Генри Биркина. Ведь именно благодаря их энтузиазму по отношению к Bentley был создан неповторимый, благородный имидж этой компании. Королевская семья в 2002 году полностью отказывается от их излюбленного Rolls-Royce в пользу автомобилей от бренда Bentley. А в 2013 году компания начинает сотрудничество с Clubhouse Italia, ведущим итальянским производителем мебели, для создания собственной линейки Bentley Home для дома, которая в своих коллекциях продолжает классический ромбовидный дизайн, который Bentley использует для декорирования салонов своих автомобилей. А для реализации всех идей, соединение традиций и инноваций приглашается известный на весь мир дизайнер Карло Коломбо. Для изготовления моделей Bentley особое внимание уделяется деталям, например, исполнению классической ромбической вышивки Bentley, а также процессу шпонирования, чем в идеале овладел наш производитель, что можно заметить по моделям, выставленным в этом шоуруме. Например, сейчас мы находимся в спальне, где выставлена абсолютная новинка. Это кровать модель Brixton, которая была выпущена в 2023 году и представлена на Миланской выставке. Изголовье кровати имеет классический дизайн Bentley. Здесь используется шпон сатинового ореха и также дополнительная макси-подушка, обитая натуральной кожей, дополнена по бокам декоративными швами.
Основание кровати повторяет дизайн изголовья. Здесь также присутствует шпон сатинового ореха. И по бокам все дополняется декоративными вставками из натуральной кожи. Конечно же, стоит отметить прикроватные тумбочки, которые дополняют эту шикарную кровать. Это модель Havergate. И по своей форме эти тумбочки очень напоминают шкатулки для драгоценностей. По контуру они дополняются металлическими профилями, что делает конструкцию еще более легкой и воздушной. Компания Bentley Motors отмечает свое столетие выпуском ограниченной коллекции мебели Bentley Home на выставке «Salon del Mobile» в Милане. Коллекция от Bentley Design производится всего по 100 экземпляров. Три новых предмета коллекции вдохновлены приверженностью бренда к исключительному дизайну, материалам высочайшего качества и технологичному производству. Лимитированная коллекция включает в себя письменный стол, кресло и банкетку для ног, где каждый элемент отдает дань уважения ценностям компании Bentley. Каждый предмет мебели создан вручную с использованием передовых технологий и современных материалов. Металлические каркасы изделий изготовлены из позолоченного железа, а элементы темного дуба покрыты жидким золотом. Каждое изделие прославляет дух традиций, смотря при этом в будущее. В мебели Bentley Home читаются все основные черты дизайна легендарных автомобилей Bentley, как самых ранних, так и самых новых. К тому же используются те же высококачественные материалы, которые применяются для декорирования салонов автомобилей. В данной гостиной у нас представлена коллекция Nude, выпущенная в 2017 году дизайнером Карло Коломбо, которая заявила о бренде Bentley на весь мир и также показала всю его эстетику и философию. В данном пространстве у нас представлена диванная группа из двух- и трехместного дивана, а также два кресла. Thank you.
Данной гостиной представлена диванная группа из двух и трех местного дивана, дополненная двумя креслами, которые имеют очень плавные изогнутые линии, что позволяет создать более уютную и изысканную обстановку. Вообще, каждый элемент мебели коллекции Newitt сконструирован таким образом, что на внешней части рамы не видно ни стыков, ни мест соединений элементов, изогнутых в разные стороны. Такой эффект достигается сложным процессом термоформирования. Кресла и диваны обиты натуральной кожей, очень мягкие, уютные и имеют такую форму чаши, которая приглашает присесть и насладиться комфортом. Вообще мебель бренда Bentley довольно функциональна, ведь она подойдет для интерьеров как дома, так и офиса. А также каждый элемент мебели Bentley Home сочетает в себе нотки классического стиля и также современного стиля, что позволяет их интегрировать в различные интерьерные решения. Здесь у нас представлена обеденная группа, выполненная в классической стилистике Bentley. В центре это, конечно, массивный обеденный стол на 6 персон, ножки, основания которого декорированы натуральным шпоном. Причем я хочу обратить ваше внимание на место соединения ножек и столешницы. Не видно никаких стыков и создается впечатление, будто ножки и столешница – это одно целое. В столешнице стола делается небольшое углубление, куда впоследствии устанавливается слэб либо спеченного камня, либо мрамора. Здесь уже по вашему усмотрению. И стол у нас дополнен вот такой необычной комбинацией разных моделей стульев. Это Белгравия и Ридли. Найдется любая вариация для любителей стульев с подлокотниками, либо без. Также здесь мы можем заметить, что мебели Bentley не чужды эксперименты, и вы можете выбрать любую обивку для вашей мебели, будь то кожа или текстиль. В любом случае будет смотреться великолепно. Отдельное внимание хочу уделить стулу Ридли, выпущенному в 2017 году. Его формы показывают обтекаемость, присущую автомобилю, а изящная тонкая ножка, переходящая в спинку, показывает мощность и одновременно легкость этой конструкции. Плавные переходы настолько изящны и футуристичны, что хочется простой стул выставлять всем на показ, словно это только что купленный новый автомобиль.
Здесь представлена кровать из самой первой коллекции линейки Bentley Home, выпущенной в 2013 году, кровать Richmond. Дизайн кровати полностью повторяет внутреннее оформление салонов автомобилей Bentley. Ромбическая вышивка в сочетании со светлыми оттенками кожи и даже форма изголовья напоминает форму кресла автомобиля Bentley. В комбинации с этой кроватью у нас представлен комод Eastgate, который стал поистине культовым для любителей бренда Bentley. Ведь здесь используются все основные характеристики классического дизайна бренда Bentley. Это оформление натуральным шпоном, кожа, также ромбическая вышивка. И, кстати, для этого комода доступна кастомизация по установке внутреннего освещения. Коллекция Galloway – это относительно новая коллекция, которая была представлена в виде такого двухместного дивана с асимметричными подлокотниками и отдельно стоящей банкетки, которая может стать самостоятельным акцентом интерьера любой стилистики. В материалах, использованных для создания мебели этой коллекции, прослеживается вся философия бренда Bentley. Это комфортный текстиль, это мягкие подушки, это металлические профили, натуральная кожа и натуральный шпон. И в сочетании с ни на что не похожим дизайном создается тот престиж, который присущ только бренду Bentley. Еще одна коллекция Бейтон от Карла Коломбо, которая включает в себя диваны и кресла. Для внутреннего и внешнего оформления используется шпон натурального сатинового ореха, и очень интересную форму имеют подлокотники и спинка диванов. Они имеют форму чаши, раскрывающейся кверху. Также по контуру присутствует вот такой мягкий элемент для дополнительного комфорта. В качестве обивки производитель использует натуральную кожу. Несмотря на то, что это не модульный, а цельный диван, левая и правая часть они разделены и в то же время соединяются посередине в таком V-образном элементе. Несмотря на свою глубину, диван не самый комфортный из-за того, что мягкая часть у спинки у подлокотников довольно тонкая, поэтому без использования дополнительных подушек не обойтись. Но данная коллекция, конечно, не лишена красоты и элегантности, ведь такого дизайна больше не существует.
Обеденный стол из коллекции Sherwood выделяется своими утонченными скульптурными формами. Тщательно продуманные контуры и благородные материалы делают его совершенным в каждой детали. Стол дополнен стульями из той же коллекции Sherwood. Контраст между ножками и мягким сиденьем придает этому стулу фирменную элегантность. Коллекция Sherwood станет отличным выбором для обеденной зоны и непременно украсит ваш интерьер. Кровать Стэнфорд – это классическая модель из самых ранних коллекций Bentley. Она выделяется своими формами и объемами. Для обивки используется натуральная кожа, декорированная классической ромбической вышивкой, а также элементами шпона натурального корня шиповника. Кровать дополнена прикроватными тумбами, которые украшены золотыми металлическими ручками, которые, несмотря на свою геометричную форму, смотрятся очень легко и так напоминают панель салона автомобиля Bentley. Композиция этой мебели как нельзя лучше отражает фразу, которую я произносила в начале видео. Это мебель для тех, кто даже во сне жмет на газ. Это мебель Bentley. Дизайн и искусство сочетаются в чистых и изящных линиях стола Altford. Ножки сужаются от пола и соединяются под столешницей в единой форме, подчеркивая ощущение легкости и невесомости. Двойной изгиб основания и скошенный край верха достигаются с помощью новейших технологий фрезерования. Наш день подошел к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам понравилась история бренда Bentley и модели, которые мы показали в этом видео. Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересного контента о мебели. С вами была Ева, компания Globus. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!